Неформальные встречи подобного рода удается провести нечасто. У спортсменов сборы и соревнования, у руководства муниципалитета свой не менее насыщенный график. Спортивная жизнь Одинцовского района стремительно развивается. Открываются новые объекты, реконструируются уже существующие. И то, что в новогодние праздники именно площадка спортивного парка имени Ларисы Лазутиной смогла собрать всех вместе, отнюдь не случайно. В парке Лазутиной все развивается. Вы видите, как здесь активно появляются объекты и спорта в том числе. И будем продолжать это направление именно в этой локации. По программе губернатора реконструируются дворовые территории, и в рамках каждого двора приводятся в порядок и детские площадки, какие-то спортивные объекты, появляются те же воркауты. Мы большие деньги вкладываем в ремонт наших спортзалов, школ, где приводим в порядок также все спортивное оборудование и добавляем какие-то еще более современные элементы. Спортсмены, участвовавшие во встрече, стали в минувшем году победителями чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Важность их успехов и для страны, и для Московской области, и, конечно же, для Одинцовского района подчеркнула легендарная лыжница Лариса Лазутина и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. Хочу поблагодарить за ваши результаты. Поверьте, район никогда не забывает. Мы очень гордимся вами. И когда звучит то, что человек из Одинцовского района... Конечно, это очень всегда радует. Прошла у нас спартакиада. Молодежи впервые мы заняли второе место. Впереди только Москва. И, конечно, спортсмены Одинцовского района внесли достаточно существенный вклад в эту победу региона. И, конечно же, нельзя не отметить и то, что этот год был достаточно спортивный для нас. И Олимпийские игры в Пьянчане. Там тоже наши спортсмены проявили себя достаточно неплохо. За свои спортивные достижения 12 ребят получили награды из рук Ларисы Лазутиной и Андрея Иванова. А воспитаннику Одинцовской спортшколы Олимпийского резерва, победителю первенств Европы и мира по фехтованию Григорию Семенюку, Роман Терюшков вручил удостоверение мастера спорта России международного класса. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».